Всем привет! Сегодня буквально чуть не остался без зубов. Мама купила фасоль красную. Вот такой вот фасоль. И вот такой вот булыжник там оказался. Вот это вот у нас дата производства. Не знаю, что там можно разобрать. Шестой месяц. Ой, шестой день. Январь, кажется, 17-го года. Если я правильно разобрал. Два, почти 6 миллиметров. Такой вот камень. Хорошо, что я вывалил на тарелку фасоль перед тем, как кушать. Вот такой вот камень. Треугольной формы, что самое интересное. Вот так вот посветлее будет. Метеорит какой-то на производство, наверное, залетел. В чан с фасолью, где она там варится, или как там, я не знаю, производится. Вот такой вот звук. Пробовал магнитом, но она не магнитится. Но по весу такой. Нормальный камень. Без зубов можно запросто остаться. Таким булыжником. Впервые в этой фасоли встречаю вот такой вот подарок. До этого покупал фасоль в Пятерочке, тоже брал в Пятерочке. Сейчас скажу. Красная цена фасоль, вот тоже красная фасоль. Под брендом «Красная цена», это бренд Пятерочки. Вот, и тоже там, значит, булыжник попался. Ну, с тех пор я ту фасоль не покупаю. Но вот здесь вот, вот такой вот камень, так что будьте бдительны, осторожны. Берегите зубы. Если любите фасоль, то либо покупайте свежую, а отваривайте. Ну, не свежую, а сушеную отваривайте сами. Либо если берете консервы такие, то вываливайте на тарелку и смотрите, что там внутри, прежде чем есть. Просто бывает иногда прямо из банки хочется съесть фасоли, и поэтому можно получить такой сюрприз на зуб. Всем пока!